Друзья, всем привет! По программе нашего клуба мы несколько раз в год проводим творческие конкурсы. Задача воспитанника – изобразить тему конкурса либо в рисунке, либо в поделке. Извиняемся за опоздание, так как наш турнир, который мы организовали в 15 городах России, немного выбил нас из колеи, но мы сейчас спустя 2 месяца подводим итоги. Подводим итоги конкурса «День народного единства». Задача спортсмена нашего клуба была изобразить либо в поделке или в рисунке этот праздник. Ключевые моменты это надо было сделать самостоятельно. У нас было в этот раз 27 работ. Повторюсь, все участники получат памятный подарок, а первые места получат дополнительные грамоты и спортивные хорошие подарки дополнительно. Прежде чем озвучить победителей, я хотел бы вам продемонстрировать поделки наших спортсменов. Поехали! Мир в руках народов, вот изобразил, видимо, Пожарский. Кто-то очень хорошо знает историю. На все работы смотрит Владимир Владимирович. И вот поделки. Было очень непросто выбирать поделки. Поэтому в определенных группах мы сделали несколько первых мест. Повторюсь, все участники получают памятные подарки. И действительно, дети старались. И очень трудно выделить, кто лучше, кто хуже. Но большая просьба, не обессудьте. В группе 5-6 лет у нас было всего 3 работы. И первое место мы решили отдать Байрамову Абубакиру. Вот его работа. Он занял в группе 5-6 лет 1 место. В группе 7-9 лет было порядка 13 работ, и мы решили отметить 3 спортсменов, которые занимают 1 места. И это получается Барута Демид, Андросова Дарья и Симонов Георгий. Вот их работа. Это Барута Демид изобразил День народного единства, мир, Россия. Посередине. Ну, понравилась идея. Далее Андросова Дарья вот так изобразила народы России. Еще одна поделка Симонов Георгий. Выжег. Вот, видно, тоже достаточно красиво. В группе 10-13 лет было также около 10 работ, и мы решили отметить тоже 3 победителей. Это Кузнецов Ярослав, Кузин Дмитрий, Александров Станислав. Вот их работы. Это Александров Стас с Днем Народного Единства. Регионы. Народы. Вот так он изобразил. Далее получается у нас Кузин Дмитрий решил вот так вот сделать. Мир в руках народов. Тут, конечно, да, флаг он какой-то изобразил. Не очень. Так. И, соответственно, Кузнецов Ярослав. Вот так. Когда мы едины, мы не победим. Очень красивая поделка. Уважаемые родители, спортсмены, еще раз извиняюсь за то, что опоздали с итогами подведения конкурса. Но, повторюсь, все получат памятные подарки, часть детей дополнительно подарки. Приходите в Ярополк, ваши дети станут не только сильными внутри и снаружи, но и творческими. Ждем в клуб Ярополк.